не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. Как все, как
кажется, никогда прежде не волновалась на концертах. Я вообще, в принципе, в последнее время не помню, что я так волновалась сейчас в Риме. На площадях пела, и мне не было страшно. А здесь, наверное, не потому что мне страшно, мне дико волнительно. У меня сегодня двойной праздник. И собственный день рождения, и день рождения третьего моего музыкального ребенка. Сегодня я отмечаю рождение сотного и света третьего альбома. Спасибо. Для меня, поверьте, это гораздо большее событие по значимости. Я вас очень просила в сторис. Мне дико приятно, безусловно, ваше внимание в виде цветов. Но мне будет еще приятнее, если вы все-таки уйдете с презентацией альбома с альбома. В альбоме всего 5 песен. Но эти 5 песен — это абсолютно единое полотно. И это, наверное, тот главный посыл, с которым я, ну, вроде как все 35 лет живу, но последний год живу как-то особенно, осознанно. Я в этом альбоме сказала, наверное, все самое важное, что я хотела бы сказать, в принципе, человечеству, видя моих, например, детей, их детей и так далее, и так далее. То есть своему роду я уже сказала все. Не то чтобы можно и умирать, но это очень простые вещи, но настолько важные. И мне бы очень хотелось, чтобы в разные времена вашей жизни этот альбом либо выворачивал ваше состояние из плохого в хорошее, либо же усиливал ту гармонию, которая есть в ваших сердцах. Мне очень-очень важно, чтобы эта пластинка откликалась. Если она откликнется, значит, я не зря все это проделала. Следующая песня. Следующую композицию я должна была петь с Танечкой Балакирской, но, к сожалению, Танюша очень устала после дороги из Германии, не смогла приехать. Удивительная песня, она вторая в альбоме, собственно, сейчас мы идем по альбому. Альбом начинается с песни «Она есть», которая дождалась своего часа спустя 13 лет, я ее выпустила. «Песчаная» — это новая песня в моем репертуаре. И эта песня совсем на меня не похожа, но почему-то Таня, написав ее, позвонила мне и сказала: у меня есть песня для тебя. И вот так она стала, по сути, пятым элементом в альбоме, вторая по списку, но пятым элементом. Мне очень не хватало пятой песни, потому что я хотела, чтобы их было именно пять в этом альбоме. А так «Песчаная». Thank you.
Нравится? Да. Вот, я только собиралась сказать такие слова. Я очень люблю, когда мне не в споре что-то доказывают, когда я вижу, со стороны наблюдая, например, за каким-то человеком, как этот человек меняется в худшую или в лучшую сторону. Мне достаточно примера. Я вообще за то, чтобы родитель, например, ребенку своему именно собственным примером показывал то или иное отношение к жизни, хорошо или плохо, правильно, неправильно. Потому что если родитель делает неправильно, но ребенку говорит, как делать правильно, матрица рушится. В принципе, со мной так же. Я никогда не воспринимала, если что-то мне казалось странным в поведении родителей, что нужно сделать иначе. Так вот, 2 года назад я заинтересовалась искренне таким преображением в своем ближнем круге. Я увидела такой свет в человеке, которого не видела прежде. И мне искренне захотелось так же. Я пришла к ней и сказала: «Я хочу так же, я хочу поехать куда-то к нему, проведи меня к нему». И она меня провела. И именно этому человеку я обязана своей новой жизнью, своим вторым рождением. Это тот Георгий Наконец. И этот мой путь двухлетний, он был очень простой. А вот последний год я натурально летаю. Я летаю как птица. Мне даже неприятности какие-то, невзгоды, они совершенно иначе мною переживаются и воспринимаются. И вот третья песня в альбоме называется «Птица». Я бы хотела пригласить на эту сцену двух ангельских совершенно девушек, Тагаяна Бойцова и Катечка Фырфа. Это девочки, которые меня не просто поддержали с альбомом, они абсолютно точно вдохнули жизнь в песню, которую я написала в те же 2000-е годы, посвятила ее человеку, который находится тоже здесь, в этом зале. И мне очень приятно, что спустя столько лет нашел время и приехал. Девочки, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Прекрасно, вечер. Анюта, не буду много говорить, просто хочу сказать тебе спасибо за то, как ты сверкаешь сегодня, и спасибо за наполненность твоей музыки смысловой. Очень хочется вникать в нее, потому что в ней многое зарыто. Зарыто, закопано. Так что не поленитесь, прислушайтесь к тексту. И летай дальше. Спасибо, девочки. Птица. Если вы, например, захотите, а вы испытаете непреодолимое желание зажечь фонарики, сделайте это. Thank you.
Почти домашний, потому что вот следующая композиция, она, конечно, немножко выбивается стилистически, но мы ее очень любим. Мы ее очень любим, мы, наверное, ее сейчас исполним, да? Мы исполним ее, подвергнем ее, исполним. Обязательно. Эта композиция еще никогда не выходила, но уже спета миллион раз. Я очень надеюсь, что автор этой композиции таки даст добро на релиз. Для меня полнейшая неожиданность видеть в зале моего сценического учителя и проводника, человека, который подарил мне сцену в самом глобальном смысле этого слова, автор, композитор, поэт. И просто удивительный человек, которому я очень благодарна, очень признательна за все, что у меня было и есть сейчас в артистическом плане. Это Надежда Новосадович. Я очень рада, что вы отменились гастроли в Венесе. Но губы горячие, и вижу прочь.
между этими песнями, потому что следующая наша пластинка, то есть мы сегодня выпускаем вот эту. Кстати, эта пластинка, она не совсем, это не, совсем не пластинка бэнда, она абсолютно была обоснованная мое решение сделать ее более поп-звучащей. А вот следующая пластинка будет пластинка бэнда, и она наконец-то будет называться «Синематограф», и наконец-то мы там разгуляемся вдаль по... Под джазу. Да. Следующая композиция из моего первого альбома «Шепотом», автора Максатович. В каком смысле? Есть такая песня? Простите, пожалуйста, я попью водички. Может, пока мне зададите какой-нибудь вопрос из зала? Что у басиста? Внимание, вопрос из зала. Время пошло, минута обсуждения, ребята. У нас нет ответа. Чтобы на того уже нет, да? Но варианты. Прежде чем... Слушай, можно я еще немножко поговорю? Прежде чем ставим эту песню, я бы хотела сказать огромное спасибо всем артистам, всем музыкантам, с которыми мне посчастливилось работать. И сейчас я имею удовольствие сотрудничать. И вот эту песню «Все для тебя» мы, собственно, аранжировщиком этой композиции был Володя изначально. То есть в альбоме «Все для тебя» его рук делал вот эта вот версия. А вы так любите эту песню, я знаю, просто. Поэтому эту песню «Все для тебя» я посвящаю в лице Володи каждому музыканту, с которым я имела удовольствие работать. Все для тебя. Сколько, сколько, когда
Давайте аплодисментами сейчас проводим. Владимир Мастерович.
Наталья Олегова. И Коля Куликова. На сцену я хочу пригласить потрясающего гитариста. Человека, который настолько уникально и тонко по-своему сыграл романс «Паромщик». Эдуард Шульченко. Сегодня впервые мы звучим практически как на альбоме. Я не поняла. Это отлично. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Мне просто довольно часто вы просите спеть «Паромщик» на концертах, но я его давным-давно не пела. Я это делаю по вашим просьбам, ребят. И что-то я не понимаю. Правильно ли я? На самом деле, героически сегодня это пришел к нам, потому что еще утром, неважно, себя чувствовал, я искренне очень ценю то, что все-таки ты нашел в себе силы и пришел. Спасибо огромное. Романс Олеговна, подумайте, «Паромщик». На небе гаснут звезды.
В общем, так как быстрый. Сейчас не-не-не. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену моего большого друга Семена Величко. Классного парня, потрясающего вокалиста. И уже так случилось с моего партнера по сцене. 18 июля, пользуясь случаем, мы с Семеном приглашаем вас на наш первый совместный соло. Он состоится здесь, в клубе Алексея Козлова, на мансарде, 18 июля. Внесите, пожалуйста, в расписание. Да, ребята, тоже внесите, пожалуйста. Тебе хорошо слышно? Дорогая соседка, поздравляю тебя с днём рождения. Зал, аплодисменты! С днём рождения! Ну что, вы готовы? Come on, come on.
вам сегодня не помешают сделать это красиво. А следующий композиция... Леша, я себя очень плохо слышу на сцене. Это можно погромче? А сейчас мы исполним впервые Семеном мою авторскую вещь в дуэте. Эту вещь мы сделали с ребятами, с Володей и с бендом. И выпустили в начале апреля этого года. Она называется «I Wanna Be Yours». Она есть в iTunes и на Relax.fm. Поехали! Baby, I've been working, need to know. Call
Браво, музыканты, браво. С днем рождения, Аня. Я благодарен тебе за то, что ты появилась в моей жизни, за то, что ты меня всегда поддерживаешь, вдохновляешь реально. Спасибо тебе большое. Yes.
сейчас на эту сцену я хочу пригласить Жушу Огонь, королеву наших мюзиклов, мою большую подругу. И ее голос вы тоже услышите в альбоме «Сотканный света». Наталья Сидорцова! Здесь никто ничего не говорит, выходя на сцену, но я хотела бы сказать, простите, что я займу немножко эфирное время. Аня, я тебе сегодня много сказала уже лично с утра по WhatsApp, но я хотела бы тебе выразить отдельную благодарность не только за то, что ты даришь свой талант твоим замечательным поклонникам, но и за то, что ты обладаешь редким качеством истинно талантливого человека. Видеть талант других, признавать, безусловно, талант других, без тени зависти, без тени какого-то вот подковерной вот этой темы, которая есть в шоу-бизнесе, это ни для кого не секрет. И самое главное, твое рвение, этот талант поддерживать. Я вижу, как ты веришь в Тео, я видела на моих глазах, как ты помогала Гуру Грув, как ты помогаешь мне. И не только действиями, ты реально вдохновляешь своим примером. Я такое пафосное советское слово скажу, пример. Но это абсолютная правда. И благодаря тому, что я иногда смотрю на тебя, я реально каждый раз, когда я стою перед выбором, делать или не делать, идти вперед или остановиться, я каждый раз, в том числе, думаю о тебе. И я понимаю, что, глядя на тебя, я все-таки решаюсь идти вперед. Спасибо тебе за то, что ты такая есть. Я желаю тебе, чтобы твоя жизнь была полноводной рекой. И раз уж у тебя англоязычное отделение, я тебе спою песню на английском свою. Песня так и называется «Реки». Мы должны были с Наташей вместе петь, но поняли, что
В общем, в альбоме «Сотканные из света» вы услышите песню «Сотканные из света» совершенно в другом варианте, нежели я спою ее сейчас, и там как раз мы с Наташей поем. Прежде чем я спою эту песню, я вот о чем хочу сказать. Я ее, в принципе, задумала вот так, акустически, спокойно. Но произошло событие в конце марта, которое... в моей жизни много было таких, ну, немного, но достаточно было таких событий, которые переворачивали меня изнутри. И ушел из жизни мой лучший друг Дима Солодовников. И этот альбом я посвящаю ему. И песня «Сотканные из света» в альбоме благодаря Наташе. Я просто ей позвонила в слезах и сказала: «Наташа, я теперь эту песню буду петь ему, и она должна быть пронзительной. К сожалению, у меня нет таких красок в голосе, которые я слышу в своей голове». И Наташа подарила мне эти краски в альбом. Сегодня я спою ее тише, чем вы ее услышите на пластинке. Я верю, что он меня слышит. Я очень люблю тебя, Дима. Того, что было.
им там хорошо. Им очень хорошо. Поэтому, Дима, веселимся. Конечно, значит, ребята, сейчас. Нет, не сейчас, потом. Заходите в YouTube. У нас там вышел первый наш совместный с бендом клип. Люди поговаривают, что достаточно горячий. Нашу версию. Нетленный. Композиция Джакоби и Нюки Лимитайт. И, пожалуйста, уж будьте любезны, если... Thank you.
уже сыграли «Эйдна Барри». Мы сыграли уже, все. Успокойся. Просто успокойся. Слушай, я в жизни своей столько энергичных песен в концерте не пела. Понимаешь, что там творится? На дискотеках танцевала, я не пела. Я вовсе не артист танцевального жанра, насколько вы понимаете. Но сейчас выберем такой средний вариант. Уже не девочка в нашем репертуаре. Который называется «О любви». А вновь прибывших на наш корабль вас сегодня удивительно много, друзья. А мы заставим просто изучить слова и петь вместе с нами. Старички, поехали! Yeah.
Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто сегодня пришел. Тебе спасибо! Спасибо всем, кто смотрел нас онлайн. Спасибо всем музыкантам, которые принимали участие в записи альбома. Здесь есть Жазира. Где ты, Жазира? Ты моя золотая. Пожалуйста, выйди себе на секунду. Это виолончелистка. Невероятно талантливая, красивая женщина. Невероятно талантливая вообще. И вы в альбоме «Сотками света» поймете, что она сделала огромный вклад просто в эту пластинку. Огромный. Да, Мифель просто не захватил с собой рюкзачок. Спасибо тебе огромное за это. Здесь нет Миши Лисова, гитариста, который сыграл на альбоме. Я очень благодарна. Ванечки Ельникова, который сделал все аранжировки. Нету Саши Перфильева, который свел так, как это действительно звучало в моей голове. Всем, всем, всем огромное спасибо, если я от волнения кого-то забыла. Ради Бога, простите меня. И совсем уж в завершении нашей программы я хочу спеть песню. Да, вот эту. Выключите, пожалуйста, свет, по крайней мере. Сделайте нам доверительную атмосферу. Вот это вот нужно вам убрать. Дайте мне стульчик, это будет здесь стульчик. Ладно, смотри. Пожалуйста, еще придите.
Thank you.
вслух. Нет, я хочу. Нет. Но я хочу пожелания не для себя. Я хочу, чтобы все вы, все мы, чтобы все мы были здоровы. Спасибо, ребята, спасибо еще раз огромное, огромное, что вы пришли. С легким сердцем я вот прям в плавание отправляю пластинку сотку Нисета, тем более с таким подвортом. Вот мы как отметим день рождения. 18 июля здесь же, откуда Алексей сказал, мы встречаемся на мансарде на двойном сольнике с Семеном Ильичком. Ну а сейчас все. Я вас целую.